Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Якость оказания медицинской допомоги у поликлиниках Гомеля стала темой горячей линии областного комитета Держконтролю. Подчас доброчинного концерта гомельчане собрали каля 4000 рублей на лечение Ганны Виноградовой. У середине этого тыдня у регион вернутся морозы. Директор Зюшар номер 4, майстер спорту СССР Виктория Вайтякуна спрямая віншаванні с днем народжения. У Гомеля вызначился владальник Кубка Беларуси по мини-футболе. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Недахоп врачоў так званых вузкіх спецыяльнасцяў, арганізацыя работы медыцынскага персаналу і памылкі падчас пастаноўкі дыягназу. Камітэт дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці сёння правёў гарачую лінію па пытаннях якасці і даступнасці медыцынскай дапамогі. Са зваротамі грамадзяна знаёміўся Олег Сентюров. Апошний раз горячую линию по пытаниях работы медицинских установ у Комитета державного контроля Гомельской области проводили у снежня минулого года. У студени 2017-го до этой темы вы решили звернуться знову. Такая пильная увага тлумачится, перш за все, целым комплексом проблем, которые існуюць у этой сферы. У вогуле сёлета у Комитета держконтроля Гомельской области планируют провести 4 мониторинги деятельности больниц и поликлиник региона. Плюс у середине года пройдет коллегия комитета, присвеченная пытаниям якости и доступности медицинской допомоги. Горячая линия – одна из магчимостей отримать додатковую информацию по этой тематике. А прича того, сегодня специалисты выучают так само записи у книгах за увах и пропанов. Такий комплексный подход позволяет вызначить наиболее актуальные проблемы у деятельности галины. Люди в своих обращениях жалуются в основном на то, что попасть к узкому специалисту, к примеру, кардиологу, неврологу и так далее – зачастую день в день или на следующий день практически невозможно. То есть, как правило, запись откладывается к врачу на неделю, две, а то и более. Также распространенной проблемой является то, что к врачу попасть в то время, которое указано в талоне на прием, тоже практически невозможно. То есть это время, которое указано в талоне, оно практически никогда не соблюдается. Разом с тем, у Комитета державного контроля Гомельской области погоджаются выразить все проблемы, которые означаются у деятельности медустанов, не так просто. Иная справа, что спасаться только на недохоп сродков, так само нельзя. У администрации Гомельской центральной городской поликлиники кажут об распрацованных и уже реализуемых мерах по организации больше эффективной работы медустанов, начиная с регистратур, куда человек звертается у первую чергу. До речи, скарги на работу этих подразделений у Комитет державного контроля поступают постоянно. Надо исключить в работе наших регистратур, с чем мы постоянно, скажем так, и занимаемся. Это ответ «приходите завтра». Основной вопрос регистратор должен, если у него отсутствует возможность плановой записи, записать его проблему в тетради ожидания и взять контактные данные человека, в последующем отработать с врачом, к которому должен попасть человек, по возможности его приема и информировать пациента, когда ему явиться на прием. Поэтому вот только в четкости поставлено дано алгоритма работы, можно, в принципе, решить на 80% имеющихся проблем. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Белорусские артисты вышли на сцену городского центра культуры, как подтримать двухгодовую Ганночку Виноградову. На лечение онкологичного захворывания ей необходимо 150 тысяч евро. Кольки удалось собрать подчас доброчинного концерта и как еще можно допомогать маленькой гомельчанце? Расскажет Ганна Ковалева. У вересні життю сім'ї Виноградових поділилося на «да» і «пасля». У двухгодовій дочки Ганночки врачи діагностували рак мозгу 4-й стадії. Дівчинку одразу накерували на операцію у Мінськ. Пухліна, яку видалили, була поміром з кулак. Однак у хуткім часі стало зрозуміло – перемогчи хворобу цілком не вдалося. Небезпечні клітки промоцувалися до сосудів і ще одної операції. Їх уже не видалить. Альтернативний спосіб лечення пропонували німецькі врачи. Однак його кошт – 150 тисяч євро – для батьков неподъемны. На заклик об допомозе отгукнулись необыяковые люди. По всей области разгорнулся доброчинный марафон по сбору сродков. Сейчас собрано в районе 60 тысяч евро. Это еще пока, скажем так, менее половины от того, что необходимо. Но, тем не менее, это уже некоторое достижение. Людей очень много откликнулось. Я, скажем прямо, даже не ожидал такого резонанса и такого душевного отношения людей к чужой беде. Так что спасибо всем огромное за то, что помогаете, за то, что неравнодушны.
просьбу об допомозе не покинули без уваги волонтеры БРСМ. На сцене ГЦК яны собрали белорусских артистов, как провести доброчинный концерт. Когда мы не заняты на гастролях у иншей краине, або тут у Беларуси, мы завсёды готовы отгукнуться на такие проекты, потому что, по-перше, у многих из нас есть свои дети. Вот, и мы разумеем, что такое вот эта маленькая детятка, и какое до его становище, и это ценнее, чем самое каштовное, что у нас есть у житті. Дарэчы, для Гомеля такие концерты поступово становятся традицией. Не так давно волонтеры БРСМ ладили подобное мероприемство у подтрымку трехгодовой Киры Куруленко, якой так само необходимо дорогое лечение. И в этот вечер активисты заявили, покуль есть дети, яким потребна допомога, доброчинные марафоны будут проводиться и далее. Квитки на этот концерт разошлись за 2 тыдні. И уже в ближайшие дни каля 4000 белорусских рублей от их продажу поступит на доброчинный рахунок для маленькой Ганночки. Мы очень благодарны артистам, которые со всех уголков страны откликнулись приехать и выступить в этом зале для того, чтобы поддержать Анечку. И мы очень надеемся, что она поправится. И все же до необходимой суммы не хапая 88 тысяч евро. Тому допомога волонтеру протягнется. Наступный крок – установка скрыня для сбора сродков у гандлевых центрах. Оказать подтрымку маленькой девчинце можете и вы. Для этого достаточно пополнить рахунок мобильного телефона 8 029 506 70 70. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, Телерадио, компания Гомель. У середине этого тыдня в регион вернутся морозы. Резкое понижение температуры поветра отбудется у ночь на 26 студеня. Как поведомили областным гидрометцентры, в ближайшие дни по-ранейшему будет вельготно и ветрено. У особных районах максимум невеликие опадки. Снег, мокрый снег с дождем, туман и слабый гололед. Температура поветра ближайшей ночью в складе от 0 до минус 5. Завтра в день шакается от минус 2 до плюс 3 градусов. У середу максимум слабая метелица. На протягу суток прогнозуется от минус 4 до минус 9 градусов. 26 студеня Украину прыдет больше холодное поветра. У нашей слупки термометров покажут до 17, у особных районах до 20 градусов морозу. У день чакается до минус 10. Холодной будет и наступная ночь, а на выходных знов потеплее. У связи с похолоданием максимум повеличение колькости пожаров. МНС просит громадян быть уважливыми у обыходжении с пячным отяплением и выкористанием электроприборов. Сумная статистика уже расте. У минулые выходные у Гомельской области отбылись 3 пожары с гибелью людей. У Рогачове, Калинковичах и у Веткаускім районе. Огонь забрал житті 3 человек, 2 из них беспрацовные. Обставины высветляются, але специалисты заявляют. Одна из наиболее вероятных причин усіх пожаров – неосторожное обыходжение с огнем при курении. На углу с початку года на пожарах у Гомельской области загинули 13 человек, большинство пожилые женщины. Сталый возраст лишится фактором рызыки. Пожилые люди не могут хутко зориентоваться в надзвичайной ситуации и выратовать свое житие. Даже несмотря на тот позитивный момент, что по сравнению с прошлым годом мы имеем снижение как по пожарам, так и погибшим, но из 13 погибших сегодня на территории области 9 женщин, находящихся в преклонном возрасте. Поэтому в преддверии того, что с 26 января ожидается резкое понижение температуры, хочу обратиться ко всем детям, которые имеют престарелых родителей, чтобы они уделили им особое внимание, забрали к себе, либо переехали этот сложный период, переночевали у них. Потому что вот этих 9 фактов, именно преклонный возраст и явился тем фактором, который привел к этому несчастью. Протягиваем выпуск. Первая открытая хореографичная олимпиада отбылась у Гомеля. Она стала 2-й по лику конкурсной пляцовкой в Украине, где свое майстерство могут показать профессийные танцоры. Сёлета жадающих зрабіць это было каля 50 человек. С допомогой сучасного танца яны рассказывали об дружбе, кохании, нават гістарычных подеях краины. Их талент оценивали ведомые белорусские хореографы, лауреаты фестивалей и уладальники специальных премий. Техника выконания, композиционное будование, эстетика – усяго каля 8 критериев оценки. Сярод удельников Олимпиады были представники навучальных установ и творчих коллективов. Лепшим признанный танцевальный проект студентов Гомельского колледжа мастерства имя Соколовского. Сегодня у Гомеля ушановывали директора специализованной дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерву номер 4 Викторию Вайтякунас. Зараз гэтая школа з'яўляецца одной из вядучых установ Беларуси по падрыхтоўцы гімнастаў. Павіншаваць директора с юбилеем пришли кіраўнікі галіновага управления, областной федерации, работники с дзюшары и былые выхаванцы Виктории Вайтякунас.
Узрост жанчын не прынята называць, але гэта менавіта той выпадак, калі ў агучаную лічбу ўсё роўна ніхто не верыць. Дырэктару спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву нумар 4, майстру спорта СССР па спартыўнай гімнастыцы Вікторыя Вайцяконас 50. За гэты час яна не толькі прайшла шлях ад дзяўчынкі-спартсменкі да чэмпіёнкі-спаборніцтваў самых розных узроўняў, трэнера, метадыста і кіраўніка, але і выхавала дваіх дзяцей. Падчас ушанавання прысутныя кажуць аб такіх якасцях Вікторыі Вайцяконас, як патрабавальнасць, справядлівасць, камунікабельнасць, сціпласць, інтэлігентнасць. І гэта не проста словы, яна сапраўды такая. Одно из учреждений, которое никогда не отказывает в любом начинании, которое управление спорта, с которым выходит, и, наверное, коллектив, который сегодня Виктория Владимировна объединяет, учащиеся, которые сюда приходят, родители. Это все слагаемые одного успеха. Это одна из лучших школ сегодня в городе Гомеле, Гомельской области. Спецыялізаваную дзіцяча-юнацкую школу алімпійскага рэзерву нумар 4 Вікторыя Вайцяконас узначальвае 12 гадоў. За гэты час тут падрыхтаваныя 22 майстры спорту міжнароднага класу і амаль 170 майстроў спорту Рэспублікі Беларусь. Па сутнасці, зараз гэтая ўстанова адна з вядучых у Беларусі па выхаванні гімнастаў, якія здольныя выступаць на спаборніцтвах самага высокага ўзроўню. Сёння тут займаюцца каля 700 навучэнцаў, сярод якіх абавязкова будуць новыя пераможцы чэмпіянатаў Европы, свету и олимпийских гульнев. У нас есть перспективные дети в каждом виде спорта, и в гимнастике спортивной, и в художественной, и в акробатике, и в прыжках на батуте. Ну, просто надеемся, что они выстрелят, вкладываются в это много сил тренерских. Тренеры над этим работают, уделяют внимание много детям. Олег Сентюров, Катерина Жданович, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Столичны дарожнік у сёмы раз стаў уладальнікам Кубка Беларусі па міні-футболе. Фінал 4 розыгрышу турніру адбыўся ў Гомелі. З падрабязнасцямі Максім Савін. Заключный этап розыгрышу Кубка Беларуси прымаў гомельский спортивный комплекс «Локомотив». У первом полуфинале дорожник у дадзенный час переиграл Борисов 905-4. У другой пары Лицельмаш так само с минимальной перевагой одолел аршанский «Витэм» 2-1. Таким чином афиша финала отрымался довольно привабной. Дорожник шестиразовый уладальник трофея. У апошнія годы меньшане зорок с неба не хапали. Але в этом сезоне команда Валерия Дасько на подъеме. После первого круга чемпионату дорожник займает третий радок. Лицельмаш чемпион Украина уже два сезона запар. Однако кубок покуль команде с лиды не дается. Подначаленные Виктора Торчилы соступили у двух финалах, у яких примали удел. Все лето все для Лицельмаша починалось удало. Дмитрий Клочко ударом сдалек на первой хвилине вывел свою команду наперед. Еще про две хвилины стрел Клочко снова досягнул меты. 2-0. Меньшан, сдавалось, пропущенные голы не засмутили. Их атаки становились все больше настойливыми. И на 8-й хвилине Юрий Рабыка один гол отыграл. А на самом экваторе тайма зраунял лик. От этого разрушения гульцы Лицельмаша отошли не одразу. И покуль яны вертались у гульню, меньшане вышли наперед. До сирены на перапынок Лицельмаша удалось изравнять лик. На старте другого тайма дорожник выглядал куды лепш за соперника, что и вылился у два забитые мячи. Подначаленные Виктора Торчилы отказали только одной чем. 5-4 дорожник завоевывая 7-й для себе Кубок Беларуси. На Лицельмаш снова застается без трофея. Я хочу поздравить Валерия Николаевича Даськова. Мы с ним в очень хороших дружеских отношениях. Вот. И как-то год назад, когда он у меня был на юбилее 50-летия, я ему сказал: Валерий Николаевич, ты долго ничего не выиграл, наверное, скоро ты выиграешь. Видите, я был пророком. Вот. Я его хочу поздравить, он этого заслуживает, потому что, ну, действительно, из того, что он делает и лепит, команда заслуженно сегодня победила. Приятно, что мы наконец-то какой-то выиграли кубок даже. Это, я думаю, что мы заслужили в этом сезоне. Как команда играет все игры чемпионата, все кубки с полнейшей самоотдачей, не взирая ни на травму, ни на что. Ну, ребята, молодцы, что я могу сказать. В ближайшие выходные мини-футбол снова вернется на паркет спорткомплекса «Локомотив». Лидер чемпионата Беларуси гомельский ВРЗ распочнет другой круг поединкам с гродинским УЗ «Динамо». Агрокомбинат «Полдневый» премия Борисов 900. У Светлогорску помеж собой сгуляются ЦКК и БЧ. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.